29 организаций, 71 доброе дело, 120 публикаций в сети ВКонтакте, около 3500 участников, 932 мешка мусора. Такие итоги подвели на сцене молодежного центра в рамках закрытия весенней недели добра в Сарове. Всероссийская акция привлекла к участию воспитанников детских садов, школьников, студентов, представителей волонтерских движений и РФЦНЕФ. На протяжении 8 дней команды делали различные добрые дела. Организовывали мастер-классы, собирали необходимые вещи в зону СВО, убирали территории, участвовали в благотворительных акциях и встречах. Ребята из команды «Экодружина», «Друзья природы», «Центра образования» ежегодно поддерживают акцию добрых дел. Мы собираем крышки, собираем макулатуру, отправляем коробки солдатам, еще он помогает животным. Это хорошо, добро. Почему важно делать добро? Потому что мы помогаем другим людям. Это очень важно. В рамках акции «Неделя добра» прошли многочисленные субботники на территории организаций, в парковых и прогулочных зонах, в пойме реки Сатис и озера Боровое. Одно из общегородских мероприятий «Неделя добра» – молодежный кубок чистоты «Чистые игры». Субботник прошел на Боровом в формате командных соревнований и экологической викторины. Те команды, которые собрали больше всего пакетов мусора, стали победителями игр. У нас неделя прошла продуктивно, мы участвовали в чистых играх, очищали Боровое озеро, заняли вот как раз 3-е место. Будем получать грамоту на подведение итогов недели добра. Я участвую часто, и это уже стало для меня традицией, так как я являюсь волонтером клуба «Инсайт» 3 года. На сцене молодежного центра награждали всех участников весенней недели добра. Среди них не только активная молодежь Сарова, но и профсоюзный комитет РФЦНЕФ. В этом году его члены вышли на уборку территории Северного парка уже в 10-й раз. Очень приятно, что с нами ходят и члены наших семей, самое главное, коллеги по работе, дети. И вот в этом году хотелось бы особо отметить, что жители близлежащих домов, то есть как раз этого Северного парка, который за нами официально закреплен заводом, тоже вместе с нами убирались. И они говорят, мы теперь, поскольку сами убираемся, тоже никого здесь не пускаем и поддерживаем чистоту. Весенняя неделя добра завершилась, но добрые дела на этом не закончились. Эстафетную палочку подхватил ежегодный марафон «Город единства непохожих», цель которого – оказать адресную помощь молодежи СОВЗ. Марафон продлится до декабря. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.